Всем привет! Сегодня я к вам с новым видео топ 6 изделий от Louis Vuitton в монограмм, которыми я с удовольствием пользуюсь каждый или почти каждый день. Ключница на 6 ключей, и чем на ней у меня висит постоянно ключ от машины. Помогает не царапать интерьер сумочек. Ключница, в моем случае, это монетница, не маркая, и также помогает и не пачкать интерьер сумочек. Мой обожаемый ежедневник в размере ММ, в который я вношу все свои дела и задачи. Мои монограммы со множеством слотов, кармашков. Очень удобно организовывать порядок. И пишу я всегда черной ручкой. Neverfull в размере GM. Настоящая рабочая лошадка. Ни разу меня не подводила. Путешествовала со мной несчетное количество раз. Я ее нагружала выше уровня, почти до самых ручек. И это правда, ее невозможно сделать полной, но ее можно сделать неподъемной, потому что она может, эти ручки могут выдержать до 90 килограмм. Я нагружала сюда килограмм 20 точно, и она мне путешествовала в ногах, в самолете. Она попадала в любые погодные условия, все, которые только возможно, и не щадила, так она выглядит на сегодняшний день. И я считаю, что выглядит она очень достойно, и у нее еще впереди много лет честной службы мне. Моя в старой версии, у нее нет пауча, но я эту сумку использую сейчас практически каждый день для походов в парки, на рынок, магазины, продукты в ней ношу, что-то, что нужно перенести там. И последнее изделие, это, как вы успели уже заметить, брелок. Он не только симпатичный, но еще и функциональный. Потому что, когда ты несешь сумочку, у тебя здесь есть под рукой маленькое зеркальце. И если что-то попало в глаз, можно оперативно посмотреть, проверить макияж и оставить болтаться симпатичный брелочек на сумочке. Надеюсь, вам понравилось сегодняшнее видео. Пишите свои вопросы и комментарии внизу под видео. Всем пока!